рассуждения, которые вы нам сейчас предоставили. Действительно, ребята получают именно тот урок, на который они вправе рассчитывать, и которого мы именно и ждали от вас. Огромное вам за это спасибо. Я надеюсь, что в таком же ключе, так же жестко и при этом по-настоящему доброго, по-доброму, вы оцените наших последующих граждан. Значит, теперь перед нами. Он проучился в нашей школе полный курс, имеет хорошие отличные оценки после специальных предметов. Рисунки его вот точно у вас за спиной, а живопись его вот это узенькая полосочка. Ну, он, может быть, не самый главный в нашей школе живописец, но зато он, очень интересно проявил себя как композитор и рисовальщик пленэра. Мы, так сказать, специально подготовили два листа его пленэрных зарисовок. Ну, все настолько тонко нарисовано, что, не знаю, ну, просто нет возможности ближе поставить. Но я думаю, что если вы, так сказать, ну, проявите интерес и посмотрите, может быть, потом или сейчас. Это совершенно виртуозно сделанное рисунок. Вот. Что касается композиции. Я, честно говоря, не сталкивался еще с такими вот решительными поступками, какой себе позволил Семен. Он ни много ни мало решил проиллюстрировать учебник по истории. То есть это не роман, не повесть, не пьеса, это всего-навсего учебник истории. Довольно так сухо, четко, ну, в общем, что-то вроде пособия для поступающих. Вот, из этого пособия для поступающих Семен создал какую-то такую маленькую поэму. Учебник по русской истории по Аплатону. История для меня, прежде всего, сформировалась в виде символов, времени, прежде всего, визуально. Каждое историческое событие зримо представлялось мне. История всегда была моим любимым предметом. И когда предоставилась возможность продюсировать учебник, меня это очень заинтересовало. Я сделал эскиз. Я тем меньше руководитель моей итоговой работы, на свой взгляд, утвердил 24 лучших из них. После чего я лично нарисовал также под его руководством. Для работы над итоговой работой мне понадобилось много времени, чтобы ознакомиться с историческими источниками и литературой. Это архитектурные памятники, костюмы, предметы быта, обычаи. Также я посещал музеи. В этой серии запечатлены, на мой взгляд, важнейшие события российской истории, начиная с 9 века, заканчивая 19. Работа мне принесла огромное удовольствие, и в дальнейшем я бы хотел углубить свои знания по русской